Сейчас подключусь. Как настроение? Отлично. Что-то тихо. Ну что, будем петь? Да. Подождите, тихие все какие-то стеснительные сегодня. Будем петь или нет? Да! Ну это хорошо. Шатать надо, ну нормально. Стеснительные все, вторые ряды точно. Что стесняетесь? Мы сегодня с вами будем болтать. Будем много говорить, я буду вас раскачивать, потому что мы с вами настолько близко сидим здесь, и вас мало, и мне это очень нравится, на самом деле, что вас мало, потому что тогда я вижу каждого. Глаза каждого, это хорошо. Знаете ли вы, что все, что вас окружает, вы сами это сотворили, знаете или нет? Да. Знают только первый ряд три человека. Знаете или нет? Да. На самом деле, серьезно, то есть все, что вас окружает, это притянули вы сами, своими мыслями, своим отношением к жизни и так далее. И вам сейчас хорошо здесь? Да. Значит, вы думали о хорошем. Но на самом деле, если серьезно, то действительно мы свою жизнь структурируем сами. То, что нас окружает, то мы притягиваем внутри себя.
значит, наш внутренний мир такой, какой он вот внешний. Если вам сейчас клево, хорошо, значит, вам хорошо внутри, да? Если вдруг, внезапно, вы понимаете, что вас начинают окружать какие-то негативные ситуации, аварии на дорогах, например, ссоры бесконечные где-то вокруг, какой-то постоянно негатив, значит, нужно действительно сесть и подумать, что внутри вас не так. Нужно что-то чуть-чуть поменять по отношению к окружающему миру. Это 100%. Потому что я лично на своем опыте знаю, что я просто структурирую свое пространство вообще спокойно, да? Как ты себя чувствуешь внутри, так вот и происходит. Если тебе как-то нехорошо, как-то вот плохо, и ты еще вот погружаешься вот в это вот плохо, погружаешься в это состояние, да? Все вокруг становится плохо. Действительно, да? Поэтому давайте максимально, если вдруг мы замечаем какой-то косячок за собой, да, давайте максимально настраивать себя на что-то хорошее, потому что, ну, надо жить в счастье, в гармонии. И давайте те, кто знает какие-то песни, я надеюсь, будут вместе петь. Нельзя приглушить свет, зажигалки, свечи. Я живу секундами часов, ускоряя время, я хочу тебя увидеть вновь. До изнеможения промежутки наших встреч с тобой превратились в пытку, не могу не видеть образ твой и твою улыбку. В голове моей лишь только ты. Разделяю я с тобой свои мечты. Для чего ты даришь мне слова любви? Мы далеки, слишком далеки. Сложно научить саму себя, погружаясь в мысли, просто взять, закрыть на все глаза. В чем-то растворяясь, все мои доверчивые сны по частям разбиты, может, это я, а может, ты. Здесь нет вины. В голове моей лишь только ты. Разделяю я с тобой свои мечты. Для чего ты даришь мне слова любви? Мы далеки, слишком далеки. Закрываю двери, не могу тебя увидеть вновь. До изнеможения убегаю от самой себя. В поисках ответа и кричит та тонкая душа. Без тебя ты. Разделяю я с тобой свои мечты. Для чего ты даришь мне слова любви? Мы далеки, слишком далеки.
далеки, слишком далеки. Но мне пришла такая вещь, безумно важная вообще для меня. Вот идешь ты, в общем, к какой-то цели. Да? Вы поднимите руку, у кого есть цель? У кого-то нет? У кого-то даже нет. Я себя словила на мысли, что я себе постоянно ставлю какие-то цели. Да, я как бы иду к этим целям, и самое что интересное, я добиваюсь этих целей. То есть у меня, в принципе, получается добиваться этих целей, потому что я как бы, ну, стремлюсь, у меня что-то получается, я этому радуюсь, и вроде бы кажется, да, а что еще нужно? Ты как бы идешь к цели, добиваешься, что еще надо? Вроде кажется, что ничего не нужно, да? А я словила себя на такой мысли, что я остановилась такая, подумала, выдохнула, и поняла, что я, когда иду к этой цели, я забываю наслаждаться жизнью вообще. Что это значит? Что когда человек ставит перед собой цель, да, он вот так ставит эту цель вот так вот и идет к этой цели, она вот так вот, эта цель вот там вот, где-то далеко. Да, в туннеле, правильно кто сказал? Вот, отлично. Тоннель такой, да. И вот что там за стенками тоннеля, прекрасное море, не знаю, океан, цветы там, все что угодно, да, этого не видно, мы этого не замечаем вообще, да. Вот что вы бы ни делали, по кирпичику там складывали, да, это как бы условно, но наслаждаться вот этими маленькими шажочками, иначе мы так всю жизнь проживем и не заметим нафиг, когда мы там что-либо делали, мы так цель, результат, процесс важен. Что делаем? Мы человеку помощь не нужна. Нас об этом не просили.
а мы навязываем свою помощь. Давай мы поможем, давай мы поможем, я еще помогу, все будет хорошо. И мы в итоге делаем хуже. Хуже почему? Потому что в итоге мы начинаем винить себя за то, точнее, не то, что винить, даже жалеть себя. Как это так? Я, значит, ночь не спала, с работы раньше ушла, чтобы тебе помочь. А тебе... И то есть, получается, мы сами себя в этом обвиняем. Хотя человеку, в принципе, эта помощь не нужна была. И в этом случае я... Что самое здесь обидное для меня, обидное, то, что когда, например, хочется помочь близким, вот когда, например, человек близкий, любимый человек, мама, папа, брат, сестра, кто угодно, вот здесь сложнее. Блин, так, конечно, проще сказать, не помогая, если не просят, но это, черт возьми, это выражение работает на 100%. Обидно, когда вот близкий человек, вот ты видишь, что он, например, там, не знаю, разрушает себя, там, еще что-то, делает как-то неправильно, да? И ты прям говоришь, ну, пожалуйста, ну, ну не надо, ну, блин, зачем? Типа, слушай, иди отсюда, засунь ее себе в одно место, да? И в этот момент тебе сжимается сердце, потому что ты хочешь помочь близкому человеку, а он не слышит. А не слышит по причине такой, что каждый человек, пока не, если он не готов к любой информации, даже сейчас. Верите, нет? Если кто-то из вас не готов к той информации, которую я сейчас говорю, вы этого не поймете, забудете на следующий день, даже после концерта выйдете, и у вас это вылетит из головы. Если внутренне вы считаете, что у вас все прекрасно, у вас нет проблем, все замечательно, то есть вы живете хорошо, и вам, вас все устраивает, тогда вся информация, которую я говорю, пройдет мимо вас. Кроме песен, я надеюсь. Вот, и здесь что, в чем сложность? Что действительно, да, я столкнулась даже с той ситуацией, когда хочется помочь близкому человеку, но ты не можешь помочь. Потому что пока вот здесь у каждого человека не придет в мозгу, или петух в жопу пока не клюнет, да, по-другому сказать, человек сам к этому не придет. Поэтому максимально, что мы можем сделать в этой ситуации, это своим примером, показывать просто окружающим людям, своим же близким, что можно по-другому, что можно вот так. Да? Будем? Да. Угу. Песня «Чувствую» все знают? Да. Когда громко петь надо. Хочу гитары прошлых лет собрать и убедиться в том, что в этом был какой-то толк. И эти чувства той любви были вовсе не твои. Тебе не стоит ничего. Это все обман, сердце ураган и болит душа. Ты все время врал, что-то обещал, ну а я ушла. Раны больше нет, но остался след и вопрос до крови. А если чувства мне те, которые не твои? Окончание гудков, надежды нет и нету слов. Ты должен все-таки признать, вдвоем так хорошо молчать. Пожалуй, смысла в этом нет, но за плечами столько лет, где есть реальность, нету грез, где нет ответов, есть вопрос. Убедиться, кто не прав.
сердце ураганы и болит душа. Ты все время брал, что-то обещал, ну а я ушла. Только собери в этот лабиринт нереальной любви все осколки чувств, которые не твои. Ладошки не жалеем. Как насчет спеть вместе? Очень трогательно. Это все обман, в сердце ураган и болит душа. Но я ушла. Ты глаза открыл на яльный мир добра и любви. В нем чувств не было, тех, которые не твои. Это все обман, в сердце ураган и болит душа. Ты все время брал, что-то обещал, ну а я ушла. Ты глаза открыл на реальный мир, мир добра. Знаете, да, что у меня красной ниточкой висела когда-то на руке? Это, знаете, очень хороший такой как бы напоминатель тебе о том, что нужно контролировать эмоции. Вообще, вы когда-нибудь задумывались о том, что эмоции свои, которые вы испытываете, нужно контролировать? Когда-нибудь думали об этом? Кто думал? Мало. Представьте, да, что я вам просто так вот расскажу, да, что вот наши эмоции – это все то, что происходит у нас внутри. Это болезни, это… Ну, а даже, в принципе, все. Этого достаточно. Болезни. Вот если мы не будем контролировать обиды, гнев, раздражение, злость, зависть, и это можно еще перечислять, тщеславие там и так далее и тому подобное, то, в принципе, все это оседает у нас внутри, и потом образуются болезни. Очень просто. Не правда ли? А мы всегда стараемся пить таблетки, что удивительно. И вот это единственное, с чем мне очень сложно бороться. Не мне, а мне в смысле с другими. Потому что я таблетки стараюсь не пить. Вот действительно. Чтобы я выпила таблетку, это, не знаю, нужно убить меня. Ну, выстрелить в голову, наверное. Не дай бог. Ну, потому что, сами понимаете, да, если расставить такую схему, что есть вы, и болезни – это все то, что вы сами отсюда создали внутрь, то зачем пить таблетки? Таблетки убирают боль, саму боль. Вот там есть какое-то болевое ощущение? Пьешь таблетку – она ушла, а причина здесь же. Соответственно, что делает таблетка? Накапливает на этих весах химические там свои вот эти вот реакции, которые потом влияют еще больше на то, что у тебя внутри. То есть, в принципе, понятно, да? Да. И здесь нужно контролить вот свою голову, вообще, что мы думаем, нужно контролировать, что мы испытываем. Потому что, знаете, вот просто долго не буду говорить по каждой болезни, да, потому что это по йоге, я преподаю йогу, поэтому я говорю об этом людям. Например, желчный, да, вот камни в желчном там и так далее, болезни желчного пузыря, да. Человек, который живет желчью, человек живет и осуждает всех вокруг. Ты такой, он такой, все неправы, я только прав, я единственный прав, все тут, короче. Болезни желчного пузыря сразу же, камень и так далее. Не сразу, конечно, но через время.
А потом, ой, ё-моё, мне что-то прихватило, там, почки и так далее. То есть все это ваши эмоции. Можете сразу это себе записать в календарик где-нибудь. Если вдруг у вас появились какие-то проблемы со здоровьем, сразу же вот сюда. Да? И моя красная ниточка оборвалась, потому что я контролировала, не буду говорить, какую эмоцию, которая мне мешала. Здесь важный какой момент? Попробуйте вы, каждый из вас, вот серьезно, не поленитесь, потому что это важно для вас. То, что я вам говорю, я забочусь только о том, чтобы вам было хорошо, а тут ваш выбор. Попробуйте просто сесть и подумать о том, какие эмоции вам мешают в жизни. Мешают быть счастливыми, радостными, веселыми, делать добро и так далее. Подумайте и просто пытайтесь их контролировать, чтобы их не было, этих эмоций. И тогда вы не поверите, все поменяется. Все поменяется, ваше самочувствие, окружение, люди поменяются, которые рядом с вами и так далее. Просто красная ниточка, она обычно напоминает, когда ты ее одеваешь. Вот выберите эмоцию, оденьте красную ниточку. Мариночка ходит уже очень давно. Не знаю, когда отработает уже. Непонятно. В общем, если что, одевайте красную ниточку, она всегда напоминает. Нет, 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 нет
подойди поближе к свету. Я берегу твою планету. Спасибо. Собираю картины, что ты раскидал, картины жизни счастливых минут. Глупо молчать, спокойно прижавшись к стене, считаю ошибкой вернуться к тебе. А солнце смеется над нами свысока. Фонтаны желаний размыты, как вода. Открыто, нелепо, меня ты отпускал. И в другие глаза безуспешно искал. Осторожно коснуться взглядом твоих губ, но может несложно пройти этот путь. Иллюзии чувств растекаются день ото дня. Ты пишешь хиты, но не про меня. А солнце смеется над нами свысока. Фонтаны желаний размыты, как вода. Открыто, нелепо, меня ты опускал. И в другие глаза безуспешно искал. А солнце смеется. А солнце смеется, солнце смеется. А солнце смеется над нами свысока. Фонтаны желаний размыты, как вода. Следующую песню вы должны знать. Ну, в смысле, никто никому ничего не должен, опять же. Но просто, если кто-то знает, давайте петь вместе. Спускаюсь в метро, и не замечаю никого. Совсем назло. Я буду курить, выдыхая в окно. Смотрю в потолок. Давайте кричать, что вы? Громче!
слово. Чё песня? Стесняются все. Почему все такие стеснительные, не знаете? Поколение вроде молодое. Все, наверное, на дискотеке отрываются, не знаю, когда, когда родители не видят. А здесь петь не могут. Тебе в ответ я промолчу. Я в последнее время сталкиваюсь с такой штукой, не очень хорошей. Просто когда у меня пришло какое-то осознание, понимание, я изменила себя и так далее, я очень много стала замечать в окружающих людях. И замечать настолько сильно много, что мне это прям, ух, прям волной такой цунами. Что 99% людей не любят себя. Они критикуют себя. Они, не знаю, не принимают себя вообще, даже тело свое собственное. Есть такие люди, которые смотрят на себя и говорят, что «Господи, что это?» Но это ужасно. Есть люди, которые испытывают к себе чувство жалости. Это еще хуже. Потому что чувство жалости, жалость – это ужасное чувство. За это чувство бьют по башке так сильно оттуда, что просто нормально себя чувствуешь потом. Если вы не полюбите себя, никто вас не полюбит. И с сегодняшнего дня нужно начать любить себя, потому что, как говорится, да, я есть все то, что у меня есть. И человек это любой человек, каждый из вас это личность со своими достатками и недостатками, которые вы должны в себе принимать. Поэтому давайте... Пока я буду петь следующую песню, вы будете про себя вспоминать свои самые прекрасные качества. Какие вы замечательные, какие вы красивые, какие вы талантливые, какие вы самые-самые-самые. Окей? Слова здесь не при чем, и ты не думай ни о чем. Нет горизонта за окном, нам хорошо молчать вдвоем. И научи, как хочешь ты, и я, как ты, скажу, терпи. С тобой нам вовсе не нужны дороги легкого пути. Ты со мной, я не одна, когда пустота, вокруг тишина, разбежались кто куда, и вместе с каплями дождя сольется слеза, уже не моя. Сегодняшнего дня. Как разделить?
делить нас пополам. Ты где-то здесь, я где-то там. Снова ночь и снова день, привычно мятая постель. И наяву, а не во сне, мы так привыкли к тишине. Тебя я за руку держу, в глазах твоих не опущу. Новая, тоже одна из новых песен, была презентована совсем недавно, в принципе. При этом, кто знает, я очень люблю эту песню. Прям очень. Yeah.
сердце почувствовать страх за твоим дыханием. Что кроется в мыслях, сказать в словах. Не надо играть чужие роли. А следующая песня о безответной любви. Вы знаете эту песню, поэтому давайте вместе петь. И снова чувство безумия окутало мои мысли, жажда увидеть тебя. Души без всякого смысла, вроде все как всегда. Не разбери их внутри, я постараюсь заглушить любовь тебе в крови. Когда я вижу тебя, меня все сразу клинит. Это не вылечить ни одному врачу из клиник. И как увидела тебя, я до сих пор в бреду. И я сошла с ума, поделать ничего не могу. Хочу тонуть в глазах, в твоих тонуть в глазах. Я понимаю, что живу в мечтах, я вся в слезах. Но ты мой воздух, без тебя не могу дышать. И я прошу быть рядом, быть ближе хоть на шаг. Хочу отправить сообщение, привет, ну как ты? Но ты ведь не ответишь и прочитаешь навряд ли. Ты удалишь как спам, тебе это не нужно. Моя любовь и моя боль живут внутри и недружно. И не стереть всю память, хотя было б неплохо. Я так хочу разлюбить, но удается хреново. Задам тебе вопрос, но только лишь анонимно. Как у тебя дела? А я скучаю сильно. Попытаемся сыграть без нее. Пару слов, пару, всего лишь пару слов. Ты скажешь мне при встрече, и разойдемся вновь. Но дай мне показать тебе свою любовь. Пару слов, пару, всего лишь пару слов. Пару слов, пару, всего лишь пару слов. Ты скажешь мне при встрече, и разойдемся вновь. Но дай мне показать тебе свою любовь. Пару слов, пару, всего лишь пару слов. Эх, не вовремя порвалась засранка. Следующая песня «Твои слова». Давайте громко будем петь. Все ее знают, я думаю. Да. Где ничего не говори, или просто промолчи. Сегодня я с тобой играю. На расстоянии руки будем лететь, как мотыльки. Будем друг другу так близки. Твои слова я знаю, меняю без тебя до света. Скучаю, мечтаю. Может, ты просишь подсказку у судьбы, хочешь понять, кто я и ты. Но зачем тебе все это? Мы знаем возможности любви. Попробуй ее останови. Как бы дышишь ты, вы. Прошу, не верь плохие сны, в которых разбежались мы. И на душе вдруг стало грустно. Мы, как фигуры шахматной доски, живем не по правилам игры. Мы растем.
растворяемся в любви твоей. Слава меня бьет, я знаю, без тебя до рассвета скучаю, мечтаю о твоей. Верю, что оставлю тот нелегкий путь. Судьба вернет не тем, кому нужна. Движением рук разрушу все твои слова. Прощаюсь с грустью навсегда. Нам не представить море счастья в каждой паре глаз и слышать каждый звук в душе своей любя и разбудить во всех улыбки и желания наполнить мир другими красками тепла, собрать все обещания и выбросить в огромный океан, прогнать все страдания и плыть по смелым облакам. Возможно, любить не так легко, ведь боль остается глубоко. Смогу отпустить все далеко. Забытыми слезами пьет моя душа. Хотела показать свою любовь. Время пролетело, не замедлив шаг. Дверь моих надежд открыта вновь. Нам не представить море счастья в каждой паре глаз и слышать каждый звук в душе своей любя и разбудить во всех улыбки и желания, наполнить мир другими красками тепла, собрать все обещания и выбросить в огромный океан, прогнать все страдания и плыть по смелым облакам. Возможно, любить не так легко, ведь боль остается глубоко. Смогу отпустить все далеко. 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 Смогу отпустить все далеко.
слышно разучились людям давать добро. В ответ на зло раздаем искренние улыбки, боимся что-то сказать в лицо. Измени себя, это все не то. Забери одну половинку, а вторую не трожь.
брошенное. Сначала другими были, через время открыли самих себя. Ради счастья мы не готовы изменить себя. Я забуду тебя, как сон. Ты забудешь меня, как пол. Забуду тебя, как сон. Ты забудешь меня, как он. Я уйду твоим дождем. Ты и я, другие ни при чем. Незнакомые лица, суета. Как же в этом огромном мире лучше без тебя? Забуду тебя, как сон. Ты забудешь меня, как он. Я уйду проливным дождем. Ты и я, другие ни при чем. Забуду тебя, как сон. Ты забудешь меня, как он. Я уйду проливным дождем. Ты и я, другие ни при чем. Забуду тебя, как сон. Забудешь меня, как он. Я уйду проливным дождем. Better, daddy, please don't leave. In a family portrait.
is like a constant naturally. I don't wanna have to split the holiday. I don't wanna do it dresses. Yes, I don't want my mom to have to change her last name. Давайте ладошки. And a family portrait will look pretty happy. We look pretty normal. Let's go back to that. And a family portrait will look pretty happy. Let's play pretty and play equals naturally. And a family portrait will look pretty happy. Екатерина вот здесь вот такая есть. Девочка. Девочка Екатерина. С прошедшим днем рождения. Давайте поаплодируем. Здесь такой подарочек Екатерине. Она сейчас споет вместе со мной песню «Оставь меня». Это подарок от Ксении. Навсегда, ведь в прошлом уже нет меня. Проснувшись, вижу не тебя. Оставь меня, с другим останусь навсегда. На прошлое закрыв глаза, останусь там, где уже нет тебя. С чувством твоего тепла можно терпеть и жить, но я не смогла. Пытаясь за миг вернуть себе полна все зря. Усталая случайная встреча, растерянный взгляд и чувства уже не те, что год назад. Я сделала выбор, за это прости. Это не ты. Оставь меня навсегда, ведь в прошлом уже нет меня. Проснувшись, вижу не тебя. Оставь меня, с другим останусь навсегда. На прошлое закрыть глаза. Я не вернулась, больше не жди. Я отпустила все, и ты отпусти. В закрытые двери больше не стучи. Не жди, отпусти. Мешай строить мосты, больше не оставляй свои следы. Я сделала выбор, за это прости. Это не ты. Оставь меня навсегда, ведь в прошлом уже нет меня. Вижу не тебя. Оставь меня, с другим останусь навсегда. На прошлое закрыв глаза, останусь там, где уже нет тебя. Я останусь там, где нет тебя. Я останусь там. Прошу, забудь и отпусти. За все прости и уходи. Конец истории любви.
Круто, молодец. Вот я песню «Гордо» писала именно на своем тусовальническом периоде, когда я тусовалась до утра просто. Мы сидели с компаниями, пели под гитару, веселились, пили пиво, сидели в подъездах. Это, мне кажется, каждый прошел через это. А если не прошел, то и здорово, на самом деле. Чистее буду. Мы однажды сидели с тобой во дворе. Ты жевал жвачку, я пел о тебе. Где-то пару аккордов и крики в окне. Эй, можно потише там, а? Сидели с тобой. Вся забита беседка, погасли огни. Ты поешь мимо нот, я забыла слова. Хором нам подпевает полдвора. Уже не одни. Погасли огни. Я забыла слова. Блин, как так могла, вообще не понимаю. Сначала поблагодарю, я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, кто здесь. Спасибо за то, что вы пришли, потому что для меня это очень важно, дорого, вы не представляете. И для меня важно, что вы здесь вот так вот со мной общаетесь. Для меня это конкретно вот такое искреннее общение, и вы потихонечку раскрываетесь, хотя не каждый на самом деле, но это все время, как говорится. Вот. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы вместе будем собираться намного чаще. Я хочу сказать огромное спасибо Ксюше. Ксюша, если бы не ты, в общем-то, в Иркутске я бы не оказалась еще ближайшие пару лет. Не, ну серьезно, правда, давайте Ксюше отдельно. Спасибо. Давайте просто все встанем сейчас и будем петь и танцевать крайнюю песню нашего замечательного вечер. А песню знают все, поэтому подпеваем. Я иду по улице, прохожие целуются, мне кто-то улыбается, а я в ответ, мне это нравится. Слепое столкновение,
взгляды прикасаются, настроение меняется, кто-то зол, кому-то нравится. Я иду по улице, двое парни тусуются, один ехидно улыбается, что мне ему так нравится. Дрожь по телу, охлаждение от слепого столкновения. Ощущение мне нравится, когда мне кто-то улыбается. Такая я. Прыгаем, такие все мои друзья. Посмотри, давайте смотрите, что-то обжигаем, давайте. И может ты станешь таким же, как и мы. Может ты, может ты. Я иду по улице, фонари загораются, ночь меняется, в окнах свет выключается, компании встречаются, кто не спит, кому все нравится, там гитара и веселье, блин, какое наслаждение. Я иду по улице, девчонки не хмурятся, черепку собираются, меня с собой зовут, не парятся. Ночные приключения, слепые столкновения, а мы под утро закругляемся практически, потому что мы такие, и нам все нравится. Может ты громче, такая я. Такие все мои друзья, посмотри на меня. И может ты станешь таким же, как и мы. Может ты, может ты. Спасибо всем, что пришли. Я вас очень люблю, на самом деле. Спасибо вам огромное, с вами была Лена Третьякова. Спасибо.